Вообще, каждый месяц они сдают нормативы, и они мне с юмором на следующий день вот такие толстые перчатки Ювентуса принесли. Вот так родители, заботливые родители. И убегает шоский мяч, смотри! Уже профессионалы. Хоть большой, хоть маленький. Уже ауты не отрывает ноги. Там смотришь детей в 15 лет, неправильно выбрасывают ноги. Хорошо, играть можно. Вот это борьба. Федя, ты гол забил. Мастер, как будто знаешь, всегда так делаешь, да? Всегда так делаешь? Первый гол забил в карьере, а радости ноль. Есть, первая линия работает, поехали. Пошли, пошли, первая линия отбирать на Макс. Макс, на мяч, Макс! Только что делали 1-2, что делать? Зачем ты выбиваешь так? Ребята, здравствуйте. Научили наконец-то всех здороваться. Сегодня у нас тренировка очередная. Сейчас будем сдавать норматив, колокольчик, кто помнит, как это делается, молодцы. Сейчас по одному буду вызывать, а пока для разминочки делаем что? Скакалку. Мячи убираем, идем на скакалочку. Колокольчик быстро перекат. Ты помнишь, сколько ты сдал? Норматив колокольчик, так, 60, 69. Поехали, делай. Выходи оттуда. Стоп. 88. Молодец. Улучшил. 89. Стоп. 89. Молодец. Бери скакалочку, прыгай. 89. Было 76. Улучшил. Вообще, каждый месяц они сдают нормативы. Да? Маленькие дети, их 4 норматива. Бег 30 метров, прыжок в длину, колокольчик вот этот, что они сейчас дают, и скакалка. Это вот для маленьких. Для старших уже более 12 нормативов. И вот каждый месяц они сдают. Нормативы дают дисциплину. Каждую тренировку вот этот норматив, то есть если человека нет, он пропускает, да? То есть и попадает в соответствующую группу. То есть формируются группы по нормативам. То есть, если ты пропустил, значит, ты не сдал его. Либо улучшил норматив. И вот так вот у нас 4 группы. Формируются вот эти группы, кто ходит, хорошо занимается, улучшает результат и так далее. Вот эта группа самая младшая, она 4-я. Самые маленькие дети, наборные обычно, отборные, только отборные тут. В общем, вот так. Давай. Готов? Пошел. Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 40, 41, 44. Топ 144. Улучшил, молодец, Динка. Вот норматив этот надо сдать 6 лет 120 раз. То есть вот сейчас мальчик сделал 144. То есть отбор бы прошел. То есть многие дети приходят неподготовленные. Естественно, для них вот пару человек там в начале сделала, для них колокольчик это что-то, борьба с мячом, да, максимум там 40-50 сделают в минуту. Это надо сделать 120 раз в минуту. Вот такой норматив есть. Даже сейчас, смотрите, как некоторые, кто уже давно ходит, на скакалках прыгают, это тоже как один из вариантов норматива. И вот они прыгают. Кто давно занимается, посмотрим, и кто меньше. Давай прыгаем! Прыгаем на скакалках без остановки. Вот ребята, которые только пришли. Давай, Марк. Прыгай. Научится, научится. Они все так начинают. Борьба, скакалка, ничего страшного. Ну, вот эти уже более профессионалы. Вот эти вот маленькие. Им всем по 5 лет. Вот этим вот. То есть они уже более прыгают. Вот, например, кому-то раньше дается прыгать. Мальчик вот в красном капюшоне. Артем Соловей. Видите, пришел, ему дано быстрее это. Пришел тоже, не понимал, как скакалку держать, прыгает уже, дай боже. А кто-то приходит там, год ходит и 2 раза не может прыгнуть. Ну, то есть разные дети. Ну, нужно работать, что делать. Прыгаем, продолжаем норматив дальше, следующий. Кто еще не сдавал у нас? Помнишь колокольчик, не забыл? Ты один раз сдавал. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, четыре, до связи, шесть, до семь, до восемь, до девять, 30, 40, 41. Делай! Делай! Два.
скажу, когда там 5, 9, 6, 7, 8, 9, 30, 31, 32, 33, 34. Стоп. 134, умница. Молодец. Норматив сдал. Ну, улучшил по сравнению с первым разом. 134 было 105. Растем. Вот кто-то улучшает норматив, то круто. И, естественно, его позиции в группах повышаются, и у него есть шанс попасть там в третью группу, да, и так вот в лучшую группу. Неважно, какой возраст. Бывает и такое, что на 2 года младше и попадает к ним, к 5-летним. К сожалению, вот такое бывает. Берем сетки, убираем скакалочки, берем сеточки. Ножки бегают, правой ножкой подбиваем, ножки бегают левой. Выворачиваем стопу. Средний подъем, внешнее, внутреннее. Сетки, сетки берем, сетки, мячи сетками. Ножки работают. Поехали. Не мешаем друг другу. Колокольчик. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, сорок, сорок один, сорок два, сорок четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать. Стоп. 129. Сейчас. Улучшил, молодец, в любом случае. На 9 раз лучше. Спустя несколько месяцев. 129. Вот этот вообще самый маленький, 4 года. Давай тебе помогу. Достанешь? Давай, наверное, помогу. Давай поменяемся, подержи. Держи. Поможем. Бродячий. Федя, кто тебя его так замотал? Мама? Ну, я так и понял. Надо маме, наверное, сейчас и распутывать будет. А нет. На, это маме занесешь? Давай мне. Все, иди заноси и иди на колокольчик. Давай, давай, поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Делай. Девять, десять, один. Правой ножкой. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, 17, 18, 19, 20. Давай, Федя. 68, 69, 70, 71, 72. Стоп, 72, молодец. Богдан, сколько тебе лет? 5,5. 5,5. А сколько это половина? Ну, 5 я знаю, 5 это вот так, а половина? Сколько? Как показать? Это еще один? Это будет 6. Тогда полпальца. Давай, поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Стоп. 111. 111. Сейчас посмотрим, улучшил ты? Улучшил. Было 107. Молодец. А родители как радуются, когда они что-то улучшают. И приседать не забываемся. Клима нет. Вот это дети, это которых отобрали из многих детей. И вот оставили такую вот группу. Это так называемые отборные дети. Не всех берем. Кому-то рано, кто-то плачет много еще, не может без родителей, да? Но эти дети уже более такие, которые, по крайней мере, слышат тренера. И можно уже с ними работать. Многие родители, которые приходят на просмотр, они не понимают, чего их не берут. Ну, а просто-напросто многие не готовы к тренировкам. Сами дети. Зачем его мучить раньше времени, если можно ему прийти чуть позже, ну и по крайней мере он полюбит футбол, а сейчас он просто может его ненавидеть раньше времени. Макс, сделаем. Правой ножкой, не надо высоко, левой ножкой, не успел, приседание. Дима, правой, есть, левой успеешь? Эта группа, вот их сейчас 14 человек, ну 4 человека. Кто-то по семейному обстоятельству, кто-то болеет, все-таки маленькие, и мы на улице. А в эту погоду главное что? Правильно, тепло одеться, перчаточки. Скажи. Перчатки, кстати, подарили родители. Был случай, вообще у нас база на Даумана 23, там где Стелла. Просто реконструкция закрыли, поэтому то мы здесь, то в Лошице, то еще где-то, ну, по крайней мере, пока здесь. Сейчас холодно, да, и был случай, было холодно, зима. Ну, естественно, дети такого возраста не умеют завязывать шнурки.
Ну и мне надо приходится завязывать эти шнурки. Я прихожу завязывать, а у меня пальцы не двигаются. Ну и я говорю, у меня руки не могу завязать шнурки этому ребенку. И они мне с юмором на следующий день вот такие толстые перчатки Ювентуса принесли. Вот так родители. Заботливые родители. Кстати, очень важно для вообще для начинающих, это тренера многие смотрят на родителей. Если контакт не пошел с родителем, то неважно какой ребенок, уже не пойдет работа. Тут и родители, и ребенок, все должно совпасть. То есть надо искать своего тренера. Далее, делаем второе. Без отскока, ножки подбрасываем подъемчиком, шнурочками ловим. Правый-левый, ножки обязательно бегают. Уронили мяч, приседания. И не мешайте друг другу. Вперед не подбиваем, высоко тоже, да, Дима? Дима, делаем. Дим, ты вперед подбиваешь, левая вот здесь. Ножки надо, Макс, надо ножки, чтоб работали. Разойдитесь здесь, аккуратненько. Ножки бегают, подбросить, поймать, есть, другой ножкой. Не видишь? Чуть-чуть выше по коленке, в руки. Федя, мы второе делаем. Максик, нужно чуть-чуть отпускать мяч и попадать под него. Оп, ну видишь, на щиток попал, да? Щитки есть? Есть, молодец. Второе предупреждение. Домой пойдешь. Ползать и домой. Поползешь домой. До лошадцы. Наверное, самое лучшее имя для футболиста, это, наверное, именно в детстве, это Федя. Всегда виноват кто? Федя. Имена, конечно, сейчас у детей такие, ну, как бы я не говорю, что странные, но забавные, да? Роберт, Федя, Севастьян. Роберт Де Ниро. Ну, Федор, понятно. Федя, он везде Федя. Федя, без отскока, в воздухе подбивать. Федя, 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 в воздухе подбрасывать. Оп, самый наш. Давай, вперед. Попадай по мячу хотя бы. Нет, он падает, приседание не должен падать. Последние секунды поменяем. И вот эти маленькие дети будем до ноября сидеть на улице. Неважно, дождь, ливень, снег пойдет. Еще что полетит. Будем на улице. Зато самые такие стойкие бойцы растут, не ноют. И в принципе, вот я же говорю, пока реконструкция у нас там на Даумана, мы скитаемся то там, летом там, сейчас здесь. И родители такие, что и дети, да, готовы возить, ну им не важно. Вот они зацепились, их тренер, их команда, и все, уже коллектив какой-то, ну то есть... Как говорится, с тренером в вагоне, в воду и везде. Хоть в тайгу. Ну, в тайгу, конечно, я преувеличил. Скажут, иди ты в баню. Молодцы! Давай, следующее, третье. Бедром. Уронили мяч приседания. Бедром. Поехали. На носочках бегаем, не забываем. Вот, видишь, в нос попал тебе. Очень важно в этом возрасте, чтобы дети уже... Вот приходят в 4-5 лет и приходят в бутсах. Ну, это одно и то же, я считаю, что девочкам, да, маленького возраста уже шпильку поставить и ходить. Я говорю, какие бутсы вам? Пусть он ходить напрямую не может. Ну, многие родители считают, что они знают больше, поэтому это. Поэтому мы рекомендуем на плоской вот подошве, либо это, сороконожки. Даже пойдут вот такие кеды лучше. Макс, ножки бегают, оп. Ну, можно на месте, не обязательно, просто коленку согинай. Кстати, есть люди, которые ездят с Барауляну. У меня даже есть, который с Баранович ездил в течение года. Правда, потом они в Минск переехали, но вот такие даже бывают. Роберт, ты знаешь, кто такой Роберт Де Ниро? Видел его? А Роберто Манчини? Хорошо, а? Молодцы! Все, последнее задание. Подбрасываем мяч. Смотрим все время на мяч. Мяч в руках. Подбрасываем на лоб. Подбиваем лобиком, глаза не закрываем, ловим, уронили приседания. Вверх, вверх подбрасываешь, смотришь на лоб себе так, оп, и обратно. Давай, вперед. Так лоб надо, Федя, надо в небо посмотреть, может Бог выглянул. Приседания не забываем, Федя, тоже приседания не забывайте делать. Отойдите от забора. Ну, будем меняться, где-то вдвоем, где-то один, по очереди. Ну, по очереди, там будете стоять в колонке и по очереди будем выходить. Каждый самолет, каждая машина, все останавливаются и вперед смотреть, да?
Вот что ты делаешь? Надо вверх, выше подбросить мяч. Ты же можешь? Вот уже лучше. Смотрим все время на мяч. Вверх, Макс, надо выше, Макс. И ты видишь по сторонам, видишь? А выше перелетает. Кстати, когда мяч в лицо попадает, что надо делать? Кривить лицом, криви лицом. Да, когда, да? Чтобы вот это вот прошло. Неловкое такое состояние лица, да? Все, давай дальше. Нос покривили, все, состояние. Вернули нос обратно и вперед. Так, футбольные шнурки завязываются, ребята. Раз бантик. И потом еще раз. Оп, лайфхак. Два бантика, затягиваем. И они не развяжутся. А если развяжутся, то порвут, скорее всего. Ложимся быстро. Берем мяч в руки. Бери мяч в руки. За головы. Подбрасываем вперед. Должен сидя поймать его. Вот, ты бросаешь мяч, сидя ловишь. Сидя ловишь. Ну, ничего страшного, быстро ставишь. Сидя ловишь. Бросаешь вперед и догоняешь, останавливаешь правой ножкой. Потом там, где остановил, лег, опять бросил. И бросаешь вперед и уже остановить левой ножкой. Давай попробуем. Давай, назад. Подбрось мяч и поймай его сидя. Почти. Еще раз пробуй. Давай. Оп, есть. Бросай вперед. Быстро встать. Правой ножкой остановить. Оп, лечь. Потом левой точно так же. Понятно? Все, вперед делаем. Давай, давай. Бросаем. И... есть. Нужной ножкой. Давай, давай, давай. Останавливаем. Есть. Молодец. Вот правой остановил. Потом какой надо? Левой. Делай. Давай, давай. Оп, поймать. Давай еще минутку. Не будем много вас тут мучить. Только сидя надо бросить, да? Да. Федя сегодня пришел на тренировку в пижаме. Да, Федя? Пижамка это? Не пижамка? Потом разденется и будет сразу спать. Да? Нет? Ну хорошо, делай. А что это? Штаны, наверное. Ну, нужно поймать, Федя. Давай, пробуем. Только смотри, не вымазывай пижамку, потому что потом спать тебе надо. Строимся, ручки назад, линию смотрим. Ближе подходим. Линию. Встань, болтаешь. Много. Встали. Сейчас играем 1-2, один против двоих. Сейчас поставлю тех, кто играл уже, кто играл. Тишина! Как один на один делаем? Первая линия. Первая, ты вторая. Только ровно надо стать. Ворота-то здесь. Ровно становимся. Ножки. Алло, внимательно. По свисточку обязательно разводим. Мяч стоит, не катится. С мяча передачку не отдаем с земли. Щеточкой пас. Останавливаешь, отбегаешь, ножки двигаются, отыгрыш, и пошла игра. Задача одного – забить гол, задача двоих – отобрать, и вдвоем забиваем. Понятно? Если мяч выходит, все трое вылетаем. Пас, ножки, пас. Дима, отбегаешь, отыгрыш, пас обратно, щеточка. Пошел, на скорости отбирай, мы страхуем. Ко мне подбегай, ко мне, Роберт, ко мне. Бегом. Ты вторая линия. Отбираешь, Богдан, отбираем. Отбираем. Первая линия. Отбирай. Еще отбирай. Ты страхуешь, не идешь туда. Отбирай. Пас. Пошли в атаку. Вдвоем в атаку. Роберт, быстрее. Опять первая, вторая. За спину. Ой, убегай. Куда ты, вратаря? Забивай я. Есть, вдвоем вылетели, два человека. Поехали, пас, останавливай. Отыгрываемся щеточкой. Есть, пошел, первая линия, отбираешь, ты ко мне. Отбирать, ко мне, Альшевский, ко мне подбегаешь, быстрее на мяч, отбирай. Семен, ко мне. Все, пас. Семен. Убегай, выравнивайся по воротам. Огонь. Сейчас штангу. Кстати, я им запрещаю мяч руками трогать. Только когда аут там. Либо вылетает, либо приседания делают. Поэтому они всегда ногами все делают. Даже им, когда мяч подносят в руки, дают, они стоят так перед мячом. Типа, что, мне нельзя руками. Вот когда они вылетают, вот так ползают сейчас будут. Вот, пошел Федя.
Поехали. Щеточка, отбегаешь. Отбегаешь назад, ножки. Пас обратно. Пошла игра. Первый отбираешь. Семен, ты со мной. Ты страхуешь. Ты второй. Все, меняйся. Альшанский, ко мне, бегом. Бегом, 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 бегом на мяч. Бегом, бегом. Есть, вдвоем. Все трое вылетели. Мяч не уходит. Марк Твен. Ручки. Вот так, на носочках. Бегаем. Бегай. Ты страхуешь. Ко мне подбегать, когда говорю, Марк. Понял? Пас, щеточка, останавливай. Отбегай, Макс. Пас обратно щеточкой. Пошла, первая линия, отбирай. Отбирай, отбирай, Макс, идешь на мяч. Ой, Марк, Марк, Марк. Есть, ко мне, Марк, ко мне. Вот твой мяч. Пошел по флангу, убегай. Быстрее отберут. Убегай. Вас двое, Макс есть. Дай пас ему. Ну, Макс, твой мяч нельзя терять. Убегай, убегай. Молодец, выравнивайся поворотом. Либо левой ножкой бей. Молодец, подработал. Куда в него? Все, Макс, ко мне, бегом. Бегом ко мне, возвращайся. Бегом ко мне, Макс. Макс, ко мне, Марк отбирает. Ко мне, все, вернулись. Меняйся, Марк, ко мне. Марк, ко мне, быстрее, Марк. Марк, Марк, на мяч отбирай. Поехали, отбегаем. Отыгрыш. Да, как один на один. Пошел, отбирай на скорости, отбирай, отбирай. Пролетел, ко мне, Мира, ко мне бежишь. Ты страхуешь, Дима теперь борется. Ты... Все, вдвоем, пошли в атаку. Богдан, догоняй. Дима, быстрее нужно. Есть. Вот слезы, слезы. Истерика какая. Поехали, останавливаем. Отбегай, Семен, назад отбегай. Пас обратно щеточкой. Пошел. И на скорости отбирай. Отбирай. Нет, ты страхуешь. Отбирай. Молодец, догоняй. Не догонит. Все трое вылетели. Семен, ты в игрока идешь. Надо в сторону. Зачем ты в него идешь? Поехали. Есть, остановить. Отыгрыш обратно. Левой ножкой можно. Вот под правую. Отдавай. Он паса вернет. Федя, отбираешь. Первое. Меняемся. Федя ко мне. За руку. Ну, кому, Дима, оставляешь мяч? Отбирай, Дима. Отбирай. Все, вдвоем пошли. Пошел, Федя, к воротам. Федя есть. Федя. Вот и все. А вы говорили. Федя, гол. Федя, ты гол забил. Мастер. Как будто знаешь, всегда так делает, да? Всегда так делаешь? Первый гол забил в карьере, а радости ноль. Так, сейчас играем. Строимся. Сейчас играем. Строимся, строимся. Сейчас поделю вас. Так, сколько у нас? 5-5. Вот смотри, ты травки поел, да? Вкусная была? А мне кажется, вкусная. А где он? Вот он. Так, поняли, как отбирать? Первый отбирает, вторая... Давай, ко мне подходит Марк. Держи. Крайние вот эти заходят. У вас тоже. Вот эти крайние играют. Вот эти в очереди. Вылетели, пришли, в конец вот сюда становимся. Вот эти выходят, понятно? И не ходи, где попало. Поехали. Синенький, нельзя мяч терять. Хорошо, вперед, вперед, вперед. Куда прием? Мирослав вылетел, Семен. Роберт, играть нельзя, мяч терять тебе. Роберт вылетел. Федя. Хорошо, убегай. Нельзя мяч терять. Димка, открывайся. Семен вылетел. Макс. Играют в футбол 1-2, ну, либо 2-2 с вылетами. То есть, кто теряет мяч, тогда вылетает и получается... Он должен либо обмотать, забить гол, либо пас. То есть без потери мяча. То есть учим изначально уже. Чтоб не лупил мяч, куда попало. Давай, Семен, выходи. Вылазь отсюда. Умница, убегай. Хорошо. Быстрей! Вторая линия, Макс. Жамоида который. В руки. Отворот. Семен вылетел. Дима. Ручки прячем. Есть, ты ломаный. Ты что отбирать?
Макс, Макс, отходи от линии. Отходим. Бросаем. Не прыг. Вот, пойдет. Пошли, отбирать мне. Федя, отбирай! Не за руки. Но будет считаться, Макс вылетел. Катя, пошли, не надо к нему. Отбирай, Мирик, на скорости, только что тренировали. Нет, куда ты? Вот на мяч, Мира, на мяч, Борис. Хорошо, Альшевский вылетел. Дима вылетел. По одному, Семен, Роберт, Семен. Федя, куда ты тащишь мяч в свои ворота? Это твои ворота, Федя. Федя вылетел. Угловой. У вас... Давай, давай, спиной. Один. Спиной падаем, падаем. Это первая, вторая. Становимся. Мяч, ворота, линия. Быстрее, Семен. Дальше, шире. Шире, Марк. Ой, Роберт. Поехали. Марк, давай, принимай. Пошли. Первый, отбирай на мяч. Семен, только что делали. На мяч. Меняйтесь, и что? Роберт, твой мяч. Убегать. Убегай, 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 скорость у тебя есть. Не используй. Быстрее ползаем, Дима. Куда вдвоем полетели? Вот, Макс. Макс, твой мяч. Хорошо, играть можно. Вот это борьба. Пошли, пошли. Ближе к штанге. Чтобы ближний угол. Видишь мяч, должен видеть. Вот штанги. Мяч перемещается, ты перемещаешься. Давай. Пошел, Альшевский. Еще стоишь здесь. Дима вылетел. Семен, убегай. Альшевский, убегай. Твой, Роберт, убегай, пробрасывай, у тебя скорость. И убегай, Альшевский, мяч смотри. Дим, быстрее, быстрее все делай. Дим, в сторону, быстрее. А ты открывайся, Семен. Семен, ты спрятался. Опять нога на земле при приеме. Будешь вылетать. Вот и вылетел. Расстояние, Жамойда. Туда. Дим, сюда еще. Пойдет. Стой на линии. Ножки не отрываем, поехали. Уже профессионалы. Хоть большой, хоть маленький. Уже ауты не отрывает ноги. Там смотришь детей в 15 лет, неправильно выбрасывает ноги. Хорошо, Дима догоняет. Дима вылетел. Мирослав. Хорошо. Марк вылетел. Федя. Выходи, Богдан. Дима вылетел. Семен! Макс, спасай его. Обыграй вратаря. Хорошо, забил. Идем сюда, манишки снимаем. Давай. Марк, сколько тебе? 50, юбилей. Сколько тебе лет? 50? Ё-моё, старше меня. Иди сюда, Макс. Отходим, прыгаем там. Давай ему. Идем сюда, Дима, Дима, идем сюда. Все, идите сюда. Марк, спасибо. Марк, Марк, я тебе хочу пожелать главное здоровье. И если у тебя есть мечта стать футболистом, обязательно, чтобы она оставалась, и ты им стал. Запомнил эти слова? Ты станешь футболистом? Не покуда. Покуда? Или вообще стану прямо? Походу. Походу. Ну ладно, посмотрим, хорошо. Давай, ручки скидываемся, давай. Ручки скидываемся, давай быстрее. Давай, мы! Дима! Все, ничего не забываем, всем пока!